Блять, вот зря ты так стреляешь. В следующий раз заедем. Нигде предлагаю остановиться, Олег, от тебя. Ой. Сейчас тихо. Граната. Кстати. Вот ты урод. Давай с тобой мы все нахуй полекаемся. Полекались, блин. Че, тихо. Мне это чисто. Я понял. Я... Где он? Не лезь. Спасибо, Антон, что по мне зацепил. Не понял. Где он был? В смысле? Это читер, это читер, это читер. Репортьте. Он не в нем. Он тоже охуеет. Он атаковал вне поля зрения, он невидимый. Его там не было. Вообще, он смеху висел, слышь. Крыша. Вот они. Прощай. Бля, одного вот я положил. Бля, там вы что, гоните? Хорош. Ладно, стой. Там же, около тачки. Опа. Ой, ай. Ой. Ой-ой-ой. Блядь, не вижу, сука. Я никого не боюсь, нету. Дайте спрячусь. Мне страшно. А, отсосал. Бля. Чё ты вообще? Севый жесткий. Хорошо, ты увидел быстро. Саня, я же тебе говорю, он умеет играть. Здесь 7.24 валяется. Коряк призвал. Блять, какой у вас сочный лут, ёптвари. Что он такой, блять, его стоит? Интересный пикинг. Прям лутецкая. Лёг он, блядь, хитвакил. Я принёс тебе калимат. Хорош. Жёсткий. Их двое. Жёсткие, жёсткие. Что ты хочешь сказать, у нас шансов нет? Да я думаю, есть. Глушитель темы вообще, да? Там динозаврик съебался. Блять, я замутился. Его просто лю... Негатив. Он также у нас в спине вот тут. Примерно. Я пока его не слышу. Сева хорош. Возможно, он в этой хате. Нихуя.
тебя пошли. Я дочистил. Тут еще жесткий. Один, возможно, где-то здесь. Деньги голову устроили. Бля, это все работает, что ли? Да, он на охоту пошел. На охоту? Нихуя себе. Я тоже на кабанчика хочу пойти. Так, Сева, смотри, сзади кабанчик, это я. Да ну тебя, блядь, пока добежал уже все хилы. Иди. Машина. К нам едет. Просто подожди, ты его положил, блядь? Да, я его в голову снял. Нихуя себе ты, блядь. Я думаю, чё он так, блядь, катится? Сева, Сева. Ты их можешь отвлечь. Кинь гранату на ебалку в зону. В следующую. Когда переходить будешь, наверное. Это кажется, еще на гнату никто так не велся. Это ж сейф. Понимаю. Очко тебе. Предлагаю от зоны помереть. Не сдавайся, бейсбол. Ладно. Прыгнул. Ну, конечно, иско вылю. Ой, блядь. Саня, то, что ты этот сразу лег, это норма? Я что, я сидеть должен? Не, просто ты, блядь, так тактично нахуй лег. Сидел. Так, раз нахуй и лег. Потому что у меня укрытия не было. Но все равно мне это не помогло. Сразу сдох. Блядь. Блядь, ты. И ты кто я уебищная? Прыгать некуда толком. Давайте в кассу. Ух, ёпта мать. Да хуй там ловить, давай в мясо. Да. Ну в касл давай. Давай в горку. Да в касл никто не полетит сейчас. Да ну, блядь, ну хотя бы залутаемся нормально. Да хуйня там лут. Какой-то там лут видел. Да, блядь. Давай. Понимаю. Это мне дошло. И они рядом. Нахуя, что я вижу? Ну, красава. Бля, жесткий просто. Спасешь? У себя патроны для твоего развала. Красава. Гаена. Сука, Гаена, бля. Жену красавчик. Косяк. Добиваем. Хорош.
твою. О, откуда? Блять, откуда ты там? На взял? Крыше, я так понял, на крыше сел. Очко, блядь, забайченное. Я прям ждал, когда ты вот отвернешься. Блять, как ты его контролишь? Если что, по оконной херне ходит. Сука. Ну ты хорош. Нормально поразвалил. А вот сука. Дробовик просто топ. А что? В смысле? Как это получилось? Не знаю, я так понял, он пиздец хлёный. Не, ну ты вообще хорош на самом деле. Блин, дробовика-то столько народу перевалить. А ты чё на нём чок? А. Ну чок, блин, почему? Слушай, нифига утконос увеличивать дальность дико. Типа, он у тебя на таком расстоянии, считай, чуть ли не вантапал. С крыши... Вот, сука, он ждал, блядь, пока я развернусь. Вот, сука, я, блядь, так и видел этого пидора. Вот ты видел, я только отвернулся, блядь. Нет, это сообщить. Вот я только тронулся, блядь, он тут же вышел с очка. Блин, мои бомжопники держат. Бомжопники. Ты про освободиться бы не торопился так. Не-не-не, подожди. Ты там сидеть кинь, понял? Он взорвётся, наверное, сейчас. Саш, этот хит, тот хит с 8 уровень, который меня убил, если чё. Он себя у меня застилил только что, чтоб ты понимал. Он оторвал чеку и сдох. Где его пирожочек? Надо, пусть бамбук покурит. Есть что полезное? Господи. Погоди, дай я хорош. Добивай. Тут два было, ты понимаешь? Тут три было в одной точке. Нормально. Вижу типчика. Саш, тут до хера всего, забери. Поконкретнее. Там на земле лежит куча всего. Сейчас я бустанусь. У меня хпшка быстро тратится. Нихрена ты тут разнес. О! Слушай, годненько.
прям, я бы даже сказал, очень годненько. Семерки там не валяются. Ну, я нашел то, что мне не хватало. Угу. Я тоже нашел. Спасибо большое. Кайф. Да не зачем. Сейчас приду. Слышу, но не вижу. За 175. Хорош. Мне помощь дали. У нас один противник с М24 остался. Где-то здесь. Вон там, блин, вижу. Хорош. Жесткий. Класс. 6х на МВ5К я поставил, потому что со снайперки смотрело, блядь, 2. И ты с него зажал? Да. Весело. Не, ну вот этих двух мощных... Я этого челика в белом маскалате извел. Я ему за эту игру, наверное, 3 раза голову оторвал. БП это у нас полный пипец, там он двоих. Нифига ты. Блять, киберкотлета. Мне кажется, что к нам сейчас придут нести. Да, помню, какой-то лошара был. Вот. Это я возьму. Если он не успел не отвесить голову. Там чел никак устать не может, шаришь. Что дальше будем бежать, да? По мне, ну, в принципе, гасят, по мне гасят активно. По мне тоже. Блять, откуда, причем вообще непонятно. Вот. Да отовсюду, у меня хпшка вообще нульцевая. Не-не-не-не-не, погоди. Да как? От как он попадает? Не, слышно, ты очень быстро затекаешь. Потому что я уже один раз тоже сдох. Бибикает там. 500-й. Ну, это было очевидно. Белый день. Сейчас приду. Сообщить, использование читов автоматически наводится, отсутствовала отдача, атаковал вне поля зрения. Сообщить. Покинуть плохо. Я просто видел, как он прыгнул, блядь. Я так и ожидал, блядь. Нет, во-первых. Ты видишь, откуда по тебе гасит? Я не вижу. НЕ, мне кажется. Я нашел типов, которых надо развалить. Я их чуть-чуть подразвалил. Да ну что вы заебали, ну блядь. Не, все, меня не спасти, да. Да они, блядь, с двух сторон. Ты видишь, какой камень уебанский, блядь? Он пиздец узкий. Я понимаю. У меня еще вон там вон товарищ. Видишь, вон там он мельтешит. Тебя, кстати, откуда-то оттуда и положили. Я там от... Когда разыгрались, знаешь, уже это. На гасе выйдем. Знаешь, мы с утра такие, вот гасиво идем, мы вечером такие, знаешь, типа, там гасят, мы такие, а-а-а. Что там? Пойду
пойду руками добью. Давай. Подожди, это тебе в жопу гасит? Погоди. Да. Посмотрим. Куда он гасит? Это в церкви. Бля. Там он труп чей-то ползет, короче. Это не я. Это может вот этот чел, который тут зажимал. Чел хотел кинуть гранату и сам себя, блядь, застил. Обломал кайф, чувак. Не, я знаешь, с чего порофлил? С того, что там чел такой стоит, знаешь, в другого чела такой тутуф, тутуф. Повернулся на меня такой. Так у меня такая же хуйня была, Саша, я тебе говорю, блядь. Умрем, да? Я там звонил был раньше, чем мы в зону уехали. Ну, мы где-то секунд пять на моей жопе ехали, если что, мне кажется. Ну как же у меня камеру колбасит, ты себе просто не представляешь. Это пиздец какой-то. Иди нахуй, блядь. Как неинтересно. Умрем, да? Что происходит? Я смотрю, у тебя что-то дверь чуть-чуть сломалась. Ну, я пойду. О, у меня тоже есть такая хрень. Ну чего? Собаки пойду. Слышу, японский парень, бог. Вот пидор. Собаки варила рибер, и это того же денег. Граната. Мяу! Саш, может, ты не починишь, а не будешь взрывать? Погоди, а двери-то нет. Ну, вытащу тогда все. И рыбу, и эту какую-то. Не бред с пакета. Холодильник. Что там бжик да бжик? Всего-то делов было, да, казалось бы. О. Ты видел этого челика тактику, блядь? Вжик ди. А что это за граната, блядь, из окна прохуел с этого? Ты видел? Это маленькая щель под дверью. Граната в окно прилетает. Не-не, там, короче, дверь развалилась, типа, у нее внизу дырка образовалась. Я лег, чтобы видеть ноги. А челик вместо того, чтобы идти, взял туда гранату. Да, да, да. Динозавр был ещё первым уровнем, Саш. Он был первым уровнем, блядь. Да ты чё? Это был 500-й. Господи, я думал, это третий рюкзак, а это... Тьфу, третий шлем, а... Тьфу, третий жилет, а это первый рюкзак. Растянут.